На центральной площади представители спортивных школ, клубов, детских оздоровительных лагерей. Рассказать жителям о плюсах проведения чемпионата в России – одна из целей всекубанской акции. Анапа – 26-й муниципалитет, который принял в ней участие. Отличное мероприятие, подготовленное на высоком организационном уровне. Это просто действительно шикарно сделали. Такое количество детей, ну, Анапа и самое большое муниципальное образование, в котором 10 спортивных школ. То есть не каждое муниципальное образование может похвалиться таким количеством спортивных школ. И то, что несмотря на летний период нашли возможность, желание главное прийти и поучаствовать в этом мероприятии, конечно, муниципальное образование справилось на 5 баллов. Плюсы Анапы, помимо мягкого климата и близости моря, развитая гостиничная инфраструктура, удобное расположение аэропорта, город-курорт готов внести свой вклад в общее для страны дело. Я надеюсь, что наша команда займет достойное место на этом чемпионате, и мы должны ее поддержать нашими волонтерами, нашим гостеприимством, чтобы все страны мира увидели, что Россия наиболее благоприятное место для проведения всех чемпионатов. Регулировать потоки на стадионе, следить за порядком и улыбаться. Так о своей работе на стадионе рассказывают волонтеры серебряного возраста. Команда из 8 человек вернулась с прошедшего недавно Кубка Конфедерации. Теперь подали 10 заявок на чемпионат мира. Потому что мы любим свою родину. И мы занимаемся... Ну, это просто необходимость, наверное, быть полезным себе, показать молодежи, что люди старшего возраста могут быть наравне со всеми, и чувствовать импульс страны, это движение. Молодые волонтеры также готовы принять участие в организации игр, которые пройдут на стадионе «Фишт» в Сочи. Юные футболисты города-курорта. Именно они будут заниматься на двух тренировочных площадках, которые появятся в станице Анапской и Витязева к мировому футбольному первенству. После его окончания инфраструктуру передадут муниципалитету. Такого не было, и мы мечтать не могли. Ну вот, пожалуйста, чудеса бывают, и Краснодарский край принимает чемпионат мира по футболу, в том числе и город-курорт Анапа. По словам тренеров, это будет действительно важное событие, другой уровень подготовки. Будущие профессионалы с первых шагов должны привыкать к единому мировому стандарту, чтобы не приходилось потом элементарно учиться заново. С точки зрения профессионализма, это контроль мяча, это быстрый прием мяча, но это у нас уже такие наши детали. На таких полях легче учить, ребенок быстрее начинает понимать. А вы представляете, если заниматься на огороде каком-то там, где, я не знаю, колючки растут, и мяч не туда летит. Анапа получила специальное знамя акции. Первым участником эстафеты стал Алан Сараев, лучший футболист Анапы и Краснодарского края в своем возрасте. За 2 недели флаг погостит во всех населенных пунктах муниципалитета.